Добрый день. Сегодня готовим подарок нашей любимой внучке. Делаю колечко. Вот такое пластмассовое колечко. Нашел в продаже. Сейчас поветочку приклеил, сверху камушек поставил. И сейчас это вытаскивал со шкатулочки, валерочки, камушки. Буду ее делать клеить другие. Все-таки на улице уже март, 8 марта. Где за горами. Вот видите, раз. И получается вот такое колечко. Нашим любимым родным девочкам будем готовить праздник. Продолжаем дальше. Палочкой клей. Момент намазываю. Чуть-чуть. О. И ставим камушки. Эти камушки не такие мелкие. Так их тяжело брать в руки. Вот видите, второй камушек приклеили. Ну, я думаю, так будет нормально. Пойдем дальше. Одни и те же камушки у нас. Вот они. Они желтые. Желтые-зеленые. Да, они. Так, дальше палочка. Опять приклеил. Ножка. Видите, как красиво получается колечко. Я думаю, наша Валерочка будет довольна необычным подарком своим. В этом плане очень удобный клей момент. Они быстро высыхают, но если уже схватится, то не отпустит. Я, конечно, не ювелир, но во всяком случае, вот видите, выходит довольно приличное колечко. Для девочки, я считаю. Но это еще не конец, мы только начали. Так. Теперь возьмем другие камушки. Давайте. Возьмем, наверное, синенькие. Вот такие синенькие камушки есть. Сейчас мы их еще попробуем. Колечко положим, откроем кулечек. Идем потом уже сюда, я немножко палочку. Капелечку. Отлично. Внучке подарочек готовим. На 8 марта. Надо приучать детей, чтобы они делали подарки своими руками. Творческие. Мамам, бабушкам, 8 марта. Вот туда посмотрит на свой подарочек. Видите, как получается. Приклеиваем. И такое колечко ребенку очень хорошее. Разными камушками.
еще один камушек сейчас приклеим. И будет у нас кличка. Я, конечно, не великий мастер и художник, но стараюсь от души. Вот так. Теперь мы еще по бокам здесь по пару камушков приклеим разных других. Я считаю, что будет. Смотрите, как красиво получилось. С разными камушками, желтыми, синими, зелеными, красной веточкой. Очень даже приличное колечко. Так, теперь сюда. Какие же поставим мы сюда? Белые, может быть. Чтобы они красиво смотрелись. Или красные. По одному белому поставим. И сбоку, и отсюда, и отсюда. Сейчас достанем. Какой-то. Это не камушки. Это какие-то фионетики, что ли, своего рода, или подставочки, что я не тот открыл. Дедушка со зрением немножко. Клечки менять надо. Так, тогда мы поставим желтенькие вот эти. Синие мы ставили. Вот эти синенькие поставим. Да, красивые синие мы еще не ставили. Она даже еще закрыта. Вот мы ее сейчас поставим по сторонам. Так. Поставили с камушкой, приклеили синенький такой. И с этой стороны приклеим синенький. Ну вот, они приклеили с этой стороны. Гармонично получилось с этой. Видите, тут и тут. Теперь надо поклеить нам на эти площадки. Вот мы вот эти площадки сейчас приклеим. А тут можно поставить, наверное, по три камушка. Или по одному поставим. Ладно, поставим по одному. Синенькому еще добавим. Сделаем круг такой красивый. Надо быстро мазать. О. Вот так получилось. Видите, друзья мои? Еще один камушек, и на этом мы закончим колечко моей внучки Валерии на 8 марта.
сами видите, делать несложно. А порадовать ребенка такой мелочью, ну, будет приятно. И ей, и взрослым. Бега занимает недолго. Вот так. Друзья мои, прикрываю последний камушек. И вот у моей внучки Валерочки получится вот такое красивое колечко. На 8 марта дедушка подарит ей подарок такой сделает. Видите? То есть ребенка можно сделать элементарно с таких грацев, буквально за 2-5 минут своими руками подарок. Я думаю, ей понравится. Ну что, теперь посмотрим, когда будем дарить, как у нее будет реакция на такое колечко. Понравится ли ей, что вам скажет сама. Пока, все, до будущих встреч. С вами был Виктор Коробкин.